Вітаю всіх, хто дивиться нас зараз. Hello, we would like to tell about the Department of English Translation Theory and Practice. Керуючись сучасними проблемами суспільства у високо кваліфікованих перекладачах, у 1998 році Рада факультету романо-германської філології розглянула та затвердила питання про освоєння на базі факультету кафедри теорії та практики перекладу. На посаду завідуючого кафедрою був призначений доктор філологічних наук, професор Зацний Юрій Антонович, який очолює її сьогодні. З 1999 року під керівництвом Юрія Антоновича плідно працює наукова школа проблеми соціолінгвістики і неології. У 2004 році Юрій Антонович Зацний став асоційованим членом Фулбрайта «Вільям Фулбрайт Воррен Скотшіп Бот» та пройшов стажування у Техаському університеті США. За плідну роботу та успіхи в науці та освіті Зацного Юрія Антоновича нагороджено медаллю «Відмінник освіти України», почесною грамотою Запорізької міської ради та медаллю «American Bibliography Institute's World Medal of Freedom» 2006 року. За час існування кафедри теорії та практики перекладу видано 26 монографій, 22 навчальних посібника, у тому числі 8 із грифом «Мови». Опубліковано понад 800 наукових статей у фахових видань в Україні, 23 статті у зарубіжних наукових виданнях, фактично дві докторські дисертації, 27 кандидатські дисертації, ведено міжнародних наукових конференцій, видано 11 фахових наукових праць, нова філологія, опубліковано понад 250 доповідей та конференцій різних рівнів. Всі співробітники кафедри теорії та практики перекладу мають науковий ступінь. Вони разом із студентами перекладацького відділення плідно працюють в межах комплексної наукової теми факультету іноземної філології Запорізького національного університету, когнітивно-комунікативних та лінгвокультурологічних параметрів дослідження мовних одиниць, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Перші навчальні дні дуже порадували наших першокурсників. 1 вересня діти йшли на лінійку, хвилюючись, що цілком природно. Новий навчальний заклад, незнайомі люди навколо, багато питань. Але страх і хвилювання зникли, коли побачили добрих, уважних, без строгості викладачів, які зуміли створити добру атмосферу. Тож давайте запитаємо, як пройшли їхні перші дні на кафедрі? Які враження першого місяця навчання? Первое время было непривычно, и где-то даже тяжело. Но со временем я свыклась и понимаю, что дальше будут только яркие впечатления. Яркие. На чем это было ваша стипендия? Свою первую стипендию я всю потратила на лимон. Яркая. Яка была наискреннейшая подія за цей час? Безусловно, посвящение второкурсникам. Это было совершенно новое для меня событие, которое, я думаю, запомнить мне на всю жизнь. Яркое. Для всех нас первокурсников этот год выдался волнительным. Он был насыщен едва ли не самыми важными событиями в нашей жизни. Окончание школы, сдача экзаменационных государственных экзаменов, выпускной бал, выбор учебного заведения, поступление и, наконец, первый день в качестве студента нашего вуза. Я думаю, все мы надолго запомним свои первые впечатления. То, как мы вчерашние школьники впервые вошли в это прекрасное окруженное храмами здание. Прошло уже 2 месяца с того момента, как мы переступили порог кафедры практики и перевода ЗНО. У всех были смешанные чувства. Нам, вчерашним выпускникам 11 класса, вновь пришлось почувствовать себя новичками. Новый коллектив, новое заведение и целая гора вопросов. Но мы и опомниться не успели, как прошло 8 недель нашего обучения. За это время мы успели изучить и привыкнуть к нашим факультетам. Одним из страхов перед университетом было потеряться в корпусе и не найти нужную аудиторию. Я думаю, многие меня поймут. Хочется выразить огромную благодарность старшекурсникам, студентам, которые провели нам экскурсию до начала учебного года. И, конечно же, отдельное спасибо за посвящение. Это было незабываемо. Думаю, нужно начать с того, как я нервничала за день до 1 сентября. Несмотря на немалый социальный опыт и любовь к новым знакомствам, боялась, что одногруппники будут угрюмыми, преподаватели серьезными, а обстановка слишком официальной. Но, к моему удивлению, оказалось все слишком наоборот. Появилось ощущение, что все вокруг и на кафедре в целом вовсе не ново. Что так было всегда, что всегда был рядом наш куратор Ханцер Анна Алексеевна, которая всегда нас находит, даже если мы пытаемся как-то улизнуть. Почему-то в моем понимании лекции в университете это были 1,5 часа бесполезной писанины. Я считала, что студенты даже не вдумываются в то, о чем они пишут. И этот миф быстро развеяли наши преподаватели. За это время многие ребята успели
были подружиться не только со своими однокурсниками, но и с ребятами со старших курсов. Так и должно быть, потому что мы все одна большая дружная семья. Надеюсь, так будет всегда. Но это все общие слова. Хотелось бы узнать о впечатлениях первокурсников из первых курсов. То, что наша кафедра дает фундаментальное образование, мы поняли сразу. Для этого достаточно было ознакомиться с перечнем учебных дисциплин, расписанием занятий, прослушать первую лекцию, ответить на первом семинаре и начать делать индивидуальные работы. А ведь всего несколько месяцев назад мы были просто школьниками, потом абитуриентами, а вот теперь мы студенты-переводчики Запорожского национального университета. Еще недавно казалось, что будет сложно привыкнуть к новому распорядку дня и к новому коллективу. Но это не про нашу группу. К счастью, не прошло и полмесяца учебы, а мы уже настолько дружили, что кажется, мы знаем друг друга вечность. Может, это наша особенность, а может быть, это атмосфера университета. Вообще, впечатления от учебы очень странные. Вроде бы и нравится учиться, но иногда бывает столько домашней работы, что просто не хватает времени ни на что. Преподаватели у нас очень хорошие. И вообще, я в восторге от всей кафедры теории и практики перевода. Я доволен своим выбором. Учиться сложно, как, наверное, и везде. Но никто не говорил, что будет легко. Очень повезло с преподавателями и однокурсниками. На самом деле впечатлений много, и так всего и не расскажешь. Одно могу сказать точно. Мне нравится наша кафедра. И на этой замечательной ноте мы хотели бы закончить наш небольшой рассказ о кафедре теории и практики перевода Запорожского национального университета. До новых!